Когда мне было 10 лет, я впервые освоила социальные сети и познакомилась с интернетом. Я смотрела различные интересные познавательные программы, передачи, также слушала любимую музыку. Благодаря интернету совершенно случайным образом я узнала о том, что проходит кастинг на такое вокальное шоу, как «Супер» телеканал НТВ, и решила поучаствовать. Я записала несколько видео, где исполнила различные композиции, отправила их в Москву. Mi van sperar ancora che ti troverò adagio. Через некоторое время пришло письмо о том, что я приглашена на проекты «Супер». Так, благодаря интернету изменилась моя жизнь, и среди нескольких тысяч заявок выбрали всего 97 участников, среди них была я. После первого Лериного выступления посыпались куча сообщений нам на WhatsApp, после чего нами было принято решение завести социальные сети. Через несколько дней на страничках у Леры насчитывалось больше 10 тысяч человек. Как-то само собой, даже мы не организовывали никакого флешмоба, сами дети активно занимались голосованием, поддержкой Леры. Я агитировала через интернет, я все время не вылезала из страниц соцсетей, призывала к тому, чтобы все проголосовали за Лерочку. И еще 27 июня 2016 года, это был выпускной бал моего сына. Но я не могла сосредоточиться на празднике. Мне все мои мысли были на Лерочке. Я ждала новости из Москвы, потому что в тот день был финал. И в одночасье выключают всю музыку, и в ресторане тишина. И объявляют: Лера Адлиба, победитель проекта «Ты супер». Я не могу вам передать, какие эмоции я чувствовала. У меня слезы радости были. Я все забыла. Я про сына вообще не думала, клянусь. Вот только все мысли были о Лерочке. Хрупкая девчонка, никто не ожидал, что она поднимет атмосферу и взорвет весь зал. С тобой вся в хате, и взрослые дети, и супер Лера, и лучше нет на свете. В общем, за меня проголосовало 44% от всех голосов зрителей, и многие из них благодаря интернету. Для наших детей, для подрастающего поколения, для сверстников Леры появился пример, наглядный пример того, как девочка или мальчик из простой семьи может достичь серьезных успехов. Смогла бы я победить в проекте «Ты супер» и осуществить свою мечту без вашей поддержки в интернете? И вся планета распахнулась для меня, и эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет.